смысле, а коробки где? Тут же коробки. Ребята, коробок. А коробки? А ну, коробки. Куда коробки дели? А коробки? Забыли про коробки. Ладно, давайте посмотрим. Диванчик. Может, еще по дорожке, когда будем что-нибудь такое. Мне это надо. Возьму. Так, мне это нравится. Пусть будет. Так, ищем. Ищем, ищем. О, здесь по-любому. О, давайте капсус на память. Смотри, нам. Ну, недостаточно. О, мне это тоже нравится, ребят. Нам на диван не хватает. Ну что за беда? Пошлите зарабатывать их. Так, давайте посмотрим, в какую игру пойдем. Так. Вот в эту? Или пострелять? Так, давайте иначе будем искать, что связано с космосом. Ну, давайте в морозильник. Игра, алло, да. О, давайте сюда пойдем. Мне все-таки я хочу что-то такое. Домики не надо. Так, давайте все-таки на скучно. Давайте возьмем голубой. Подготовимся. То праздника, кстати, праздника ничего не будем дать. Вот, у нас сегодня будет больше дел. Нам надо в роботе играть, чтобы заработать. Тебе нету. Нам еще два стульчика надо взять. У меня они сильно порнались. Блин, все-таки много всего. Такое надо, кстати. Я верю, это просто так, а потом уже использовать это или не использовать. Когда? Так. А, ну хотя, если я накоплю на дом паук, то тогда я могу сделать по-игровому. Там у меня будет много комнат для игр. Ну, там детская анимация. Ну, эти автоматы поставили. Нам надо накопить сначала самого, не сначала накопить на дом паук. А билеты тоже. Да, все-таки зря я выбрала эту игру. Мне неудобно тут играть. Тут еще микрофон был не закрывать. Не, я любила раньше эту игру, а сейчас не очень. Я люблю Мирхонс Хан. Мирхонс Хан, я не знаю, теперь я могу пройти. А, ребят, сейчас робот вылезет. Да, 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 нет, мы не успели ему попасть. Ну, не знаю, мы сможем... Нет, мы не сможем ему попасть, ладно. Сейчас нам еще, блин, на серединку добегать. Так, я отсюда удобнее. Так, давайте. О! Блин, не я вниз. Так, давайте. Ну, сюда. Нам надо еще сегодня. Его дом. Ладно, вон уж билеты заработали. Сюда бежим, бежим, бежим. Бегу, бегу, остановиться не могу. 4 колеса. 4, 4, 4 колеса. Так. Выбираем эту штуку. О, давайте бильярды. Так, короче. Ребята.
тогда давайте уже пойдем куда-нибудь, а то так и будем. Это... А нам не надо, надо что-то еще поинтереснее поискать. Надо еще сейчас куда-нибудь пойдем. А то это... В роботе мы не просидим. Так, знал, что здесь ночью. Так. Все-таки сегодня у нас космический день, и давайте возьмем космического питомца. У меня там котик есть, но на нем нельзя сидеть. Нам надо, чтобы кого-то космического, но чтобы на нем можно было еще сидеть. Так, корова не подойдет. А, у нас что, только лошадь, что ли, такая здесь? Да. Опять мне зависло, сколько можно. Что-то опять все не виснет. Ладно, пошлите. Возьмем лошадку. Так, смотрите, какая она вся такая красивая. Силая комета. Она что-то там стоит. Ладно, то пошлите потом телепортироваться. Давайте на нее сядем и подскочим. Скачи, лошадка, скачи. Так, и сейчас мы куда-нибудь пойдем. Пойдем в гости. О, давайте туда, в дом Hello Kitty. Если успеем, конечно, то он может идти, может. Пошлите. А, ну тут очень надо туда. Давайте бежим, бежим. А, короче, пошлите туда. Расхотелось. Так, давайте потом все уберу. Он не мешать будет. Сюда. Телепортирую. Опять игранились. Ну, сколько можно? Итак, друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Если вам нажимайте на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои видео. Всем пока-пока!